Помогите человеку плохо. Необходимая укладка имеется. Одеваю перчатки. Осматриваю дыхательные пути на проходимость. И you named your action. Вот сделайте это и объясняйте. Осматриваю дыхательные пути на проходимость. Examiner sit here and name and inform you about results. Говорит, дыхательные пути визуально проходимы. Это не вы говорите. Not you repeat this question. Это examiner informed you about his results. For diagnosed this condition. Все. Так, дальше вы говорите. Оцениваю, определяю сатурацию кислорода. Как это говорит? Сатурация кислорода, да? Да. Сатурация кислорода. Examiner informed you about his results. 88%. Above what percent shall be considered normal? 95%. 95 to 99. 85 you named the next. You assess with 88, да? And your answer. Необходима кислородотерапия средним потоком объемом 4-6 литра. 4-6 литра. Литра в минуту. Да, да. 4-6 литра по минуту. Провожу сравнительную аускультацию легких. Above clavicula, below clavicula, second intercostal space, third intercostal space. Это у нас mid clavicular line. Next, fifth intercostal space and fourth intercostal space, fifth intercostal space on the right side. Next, third intercostal space, mid axillary line. Fourth intercostal space with axillary line, fifth intercostal space with axillary line. And examining from you, vesicular дыхание с двух сторон. Next is a percussion. Percussion is a similar points. Above clavicula, below clavicula, second intercostal space, third intercostal space, fourth intercostal space, fifth intercostal space. Медиксилоги. Да, интеркостал спейс, фоу. Мид экселлер лайн. Да. И экзаменер информт ю, справа и слева ясный легочный звук. Так, частота дыхания. Так, отложим руку на эпигастриал ричин. Да. Четыре движения, четыре движения за 10 секунд. Оцениваю положение трахеи и наполнение шейных вен. Экзамены помню. Трахея в норме, вены шеи набухшие. Это для космоза. Это для космоза. Это фонарик. Лайт. Надо посветить, но не работает просто. Хорошо. Да. Наполнение вен шеи. Почему делает это на треке? Как видит? Если нормально или нет. Ну, мы с фонариком-то лучше видим, как вены наполняются или нет. Мы просто светим на них фонариком, подсвечиваем. Так, и дальше. Пальс, да? Пальс, да. Так, на локтевой и Карутит артерия, карутит артерия. Потом на лучевых артериях с двух сторон. И потом оцениваем пульс на одной стороне. Говорим, вам экзамены named 18 ударов за 10 секунд. Так, следующее у нас это мы артериальное давление. Blood pressure. И экзамены informed you. 80 to 40. Auscultation of the heart. Mitral,
ठीक, पल्मोनरी माइट्रल ट्राई का स्पीड. And next ECG у нас так. Это подписано, что ли? Так. У нас V1 Wolf intercostal space right side of the sternum. V2 4 intercostal space left side of the sternum. Так, следующий у нас V3, V4. Fifth intercostal space mid-clavicular line. Apex. Mid-clavicular line. Так, V3 between V4 and V2. Так, V5. Fifth intercostal. And V6. Mid-axillary line. Так, и вот эти вот у нас отведения от конечностей получается. Right arm. Left. Green. Green. Black. И потом получается ELC и CG. ST сегмент elevation. Подъем сегмента ST в отведениях первым, lead 1, AVL, V2, V3, V4, V5. Обеспечиваю венозный доступ и забор крови на анализы. Определяю время капиллярного кровенаполнения. Экзамен инфом, если симптом белого пятна исчезает через 4 секунды. Так, и последнее по сердечно-сосудистой, это определяю состояние temperature. Кожи. Да, во всех местах. Экзамен инфом, где кожа во всех местах холодная, влажная. Дальше. Симптом белого пятна исчезает через 4 секунды. Как вы говорите по-английски? Не знаю, как это будет по-английски. Как будет нормально для 4 секунды? Это нормально будет 2. 2 секунды. Так, дальше. Определяю реакцию зрачков на свет. То есть мы либо закрываем, либо фонариком светим. Так. Определяем мышечный тонус на обеих руках и обеих ногах. Потом определяю содержание глюкозы. Угу. Глюкоза 6,3 ммоль в литре. Все, потом провожу пальпацию живота с 4 сторон от пупка. Вам говорят, живот без особенностей. Провожу пальпацию бедренных артерий. Пульс одинаковый с 2 сторон. Осматриваю спину на предмет травм и видимых кровотечений. Экзамен инфом, травм или кровотечения не обнаружено. Осматриваю голень и стопы на предмет обнаружения варикозных вен и отеков. Варикозных вен и отеков не обнаружено. Определяю температуру. Провожу пальцевое исследование прямой кишки, меняю перчатки, выбрасываю в отходы класса Б, одеваю новые перчатки. Звоню в emergency department. Здравствуйте, я доктор Лестер Лена Борисовна. Нахожусь по адресу Папанина 126, кабинет 107. Пациент на приеме мужчина, 50 лет. Предварительный диагноз – острый коронарный синдром, кардиогенный шок. Пациенту назначена кислородотерапия средним потоком объемом 4-6 литров в минуту. Пациенту дан аспирин. Аспирин. 300 мг орли. Пациенту дан тикагрелор 180 мг орли. И гепарин 5000 units. Subcutaneous in abdomen.
под кожу живота 5000 миллилитров. Там говорят, вызов принят, все. Вот это все.